Там, по-моему, Анды рядом где-то. Гора Карковаду, где стоит статуя Христа Искупителя. Ну, Кордильера там рядом где-то. Одна из самых высоких точек в Бразилии – гора Пико да Неблина. Ее высота 3014 метров. Она находится на границе с Венесуэлой. Не обязательно быть альпинистом, чтобы покорить эту вершину. Там нет отвесных скал. По короткой тропе за несколько часов можно добраться до пика. Там находится парк, в котором можно увидеть экзотических животных. А также здесь можно побывать в аутентичной деревне. Самая известная гора в Бразилии – Корковаду, что в переводе означает «горбун». На ее вершине располагается знаменитая статуя Иисуса Христа. Интересно, что добраться до горы совсем несложно. Она расположена в самом Рио-де-Жанейро. На вершину туристов доставляют по железной дороге. В штате Рио-де-Жанейро расположена еще одна знаменитая гора – Перст Божий. Такое название она получила потому, что напоминает руку, указывающую пальцем в небо. Ее высота – 1692 метра. Впервые восхождение на эту вершину было совершено в 1912 году. С тех пор это Мекка для альпинистов, а также символ штата.